экран. Заходим в экран. Это, ну, в принципе, можно сделать звук, можно не делать. Это опционально. И сейчас переходим к тесту. Готов к тесту? Давайте. Интересный тест. Вот. Напиши на бумажке этот тест, то есть ответ. Хорошо. Потом мне скинешь в чат, и, ну, лучше не в чат, конечно, лучше маме отдашь, а мама скинет в этом. Только типа ответы, да? Там первая цифра мили. Ну. Да, надо, можно циф, можно только буквой, да. A, B, C, D. Можешь комментировать свои ответы, это не запрещается. Хорошо. Ну, мой дом, мой дом, и, ну, это не мое имя. Ну, я понял. Вот. Можешь твое имя вставить, это тоже можно. А мальчик, можно... Ну, вот, я мальчик, он мальчик, он же рассказывает о себе. Да, он о себе рассказывает, что надо вставить. Ну, можешь без объяснений, как тебе Ну, удобнее. Тут самое главное выбрать буквы и все. А потом это уже моя задача. везде буква Б. Можно по нижней буквы? Да, можно, конечно. Ты говори, когда сделаешь. И первые две сделала. Молодец. Спасибо. Я могу поменьше формат сделать, но ты, наверное, не увидишь. Да не, можно и так. Я не знаю, вот если 100 сделать формат, увидишь? Да. Даже не 165, ну 67 почти. Надо до конца второго лица. Здесь 12 листов. Надо все 12 листов делать. Да, надо все 12 сделать. Так что мы с тобой плотно сегодня позанимаемся. Но зато тут картинки есть. Можно это немножко отдохнуть на картинках.
получается, что 72 таких, да? Получается, это у нас второй лист. Ну, третий начинается. Нет, я понимаю. Повтори вопрос, пожалуйста. Да не, я просто говорю, получается, смотрите, как пятый номер, шестой номер. Угу, да, 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 надо... 72, да? Надо ставить цифры и буквы. Когда восьмой сделаешь, скажешь, я перелистну страничку. Можете перелистать? Конечно. Так. Можете перевернуть? Ой, молодец какой. Так. Четырнадцатое ты сделал уже? Да. Тогда еще повыше сделаю. Наоборот, ты чуть-чуть сделал. Да. Молодец. Мама, помощник растет. Ну, тут, как вы можете обратить внимание, наша тренировочная студия уже готова. Знаете, что это? Это не
Можете дальше? Ой, молодец. Это ты сделал 22-й, да? Да. Нет, 22-й я еще не сделал. Не сделал, да? Угу. Не видно его. А 20-й сделал, да? Да. Молодец. Вот ты молодец, уже половину сделал. Двадцать второй ты сделал уже, да? Двадцать второй только что. Молодец. Но я уже 24 сделал. А, 24 уже сделал. Сейчас тогда еще пролистну немножко, чтобы интереснее было.
Извините, пожалуйста, а вот 26. Что? 26? Да, там написано, что nice это, ну, хороший, да, классный, да. А good это, ну, хороший тоже, лучше. Ну, что писать, nice или good? Ну, что ты думаешь, то и пиши. Что больше подходит? Тут ведь еще дальше идет предложение. Как, какой там используется союз? Ну, они лучше акул. Ну, вот и найди здесь сравнительную степень. Тебе немножко подсказал. На сравнительной степени ты, я понял. Я просто переводы сколько не знаю. Вот этих хвост. Ну, тут самое главное, если не знаешь, то пропусти это задание. Или нажми наугад. Но нельзя подсказывать. Нельзя подсказывать. Я, к сожалению, это тебе не могу ответить. Как я, да? Что? Это такой типа тренировочный тест, чтобы оценить, как я сам. Да, как ты сам думаешь? Хорошо. Вы, возможно, в школе это еще не изучали. Это просто мы проверяем. Может быть, ты лучше знаешь, чем свои сверстники. Уже на уровне B1, допустим. Не, мы изучали сравнительный степень. Там the most это превосходная степень. Угу. Ну вот, там должны были и... Ну, это, к примеру, это самый быстрый там... Да, да. All мы должны были изучать и вот the most это уже исключение. Вот и другие исключения тоже должны были изучать. Просто что помнишь, то напиши. Я тебя не прошу писать то, что ты не помнишь. Хорошо. Ой, извините, пропала куда-то. Угу. Если немножко устал, можешь пальчиковую гимнастику сделать. Просто руки.
Не, не устал. Не устал? Молодец. Ну, мы с тобой сделаем в конце. Угу. Если время останется. Угу. Ну, все равно сделаем. Там, я одно упражнение покажу, а дальше на следующих занятиях. Угу. Я 30-е делаю. Можешь принять? 30-е дальше пролистать, да? Да, я, да, да. Молодец. Дальше 30-го или... Дальше 30-го. Угу. 31-е. А ты хочешь в Олимпиаде по английскому поучаствовать? Да. Тогда надо обязательно записаться у учителя, чтобы она тебя записала на Олимпиаду по английскому. Скажи, я хочу поучаствовать. Хорошо. Это где, Андрей? Это в школе проходит... Школьный этап проходит в школе. А, это которая всерос, что ли? Любая Олимпиада. Надо в школе записываться. Мы записаны. Всерос, я не знаю, прошел уже, по-моему, мы не успели. Ключи нам дали, мы можем участвовать. Просто, ну, мы были на соревнованиях, не смогли, по-моему, не успели мы, насколько я помню. Вот поэтому надо записываться заранее. Но попробуйте еще раз подойти к классному руководителю, сказать, ага, что вот... Если есть возможность, запишите нас. Есть еще английский бульдог. Как? Олимпиада. Английский бульдог. Тоже наша, да? Ну, в России? Да, всероссийская, но есть школьный этап. А-а-а. Запиши себе на листочек. А вы можете потом написать где-то это? Да, я могу написать. Напишите, чтобы вы сейчас забыли. Мне напишите, чтобы я написал, тогда точно напишу. А, хорошо. Давай, давай. Чтобы не прерываться, я сейчас, в принципе, могу написать, но чтобы уже тест доделать. Еще зарегистрируйтесь в школе Летова, там попробуйте посмотреть, какие олимпиадные задания. Ну, там, конечно, сложное, но уже будет понимание, какие задания. И уже можно, в принципе, готовиться. Мы пока только в математических участвуем. Что? Пока только в математических участвовали. А, ну молодцы, уже участвуете, это уже хорошо. Значит, уже есть опыт определенной сдачи разных испытаний. Так, когда до 37-го дойдешь, так скажешь мне, ладно?
Я дошел до седьмого. Молодец. Так, ты седьмое еще не сделал. Нет, сделал. Сделал, а, нет, да? Еще сделал. Нет. И еще немножко. Сейчас на каком задании? На 42-м. Я тогда пролистаю. Можете, пока я сделаю, потом выстрелить? Хорошо. Хорошо. Водички можешь попить, чтобы... Сбегал? А зачем? А, нет, не сбегал. Ну, молодец. Сорок второй сделал, да? Нет, я еще думаю. А, думаешь? Если пока не получается, можно пропустить, а потом скажешь, какой не сделал, и я тебе его обратно сделаю, чтобы сделать основное, а потом уже думать над какими-то сложными вещами. Давай так. Давай. Так. Пока 43-й делай. Yeah.
Всего-то листочка осталось. Ты молодец, хорошо идешь. Знаете, Андрей, мы две двойки получили, все время учились хорошо. Тут мы хапнули первые две двоечки свои по английскому. Но, правда, мы только приехали в соревнование, и в первый день она его проверила. То есть 1 сентября мы были, и 22-го вернулись. И прям в один день я ему две двойки поставила, сказала, грамматики никакой. Хотя он на нее 3 года учился, были... Не, ну это из-за того, что она дала материал... А сама не поставила его в дневник. Этот материал я не знал, какой учитель. Поэтому я просто пришел на тест, вообще не зная ничего. Понятно. Так что это нечестные две двойки. Ну, короче, не знаю, что случилось, принес две двойки. Мне было плохо. Понятно. Ну, все дело поправимое, так что не переживайте. Да, грамматику посмотрите, права ли она. А, ну вы пришлите задание, тогда я смогу сказать. Ну вы так-то будете понимать же, как у нас грамматика хромает? Ну, конечно, грамматикой и будем заниматься. Конечно, вот и скажете, где хромает. Ну вот мы уже занимаемся грамматикой, лексикой. Это типа глаголы всякие. Да, надо выбрать какой-нибудь глагол. Ну, глагольное выражение, потому что тут не только глагол, а еще существительное. Я только посмотрел на вашу зарядку, думаю, у меня сейчас комп разрядится. А это, оказывается, у меня еще на 2 часа сколько хватит? На 3 часа. Понятно. Сейчас мы зарядим. Какой ты замечательный мальчик, все замечаешь. Да, и светлее стало сразу, да? Ты циферки подписываешь, да? Что подписываешь? Все подписываешь, молодец. И циферки, и буковки. Это самое главное. Да. Я пишу, например, номер вопроса, например, 45 и ответ, ну, букву. Буквы — это хорошо.
А какие-нибудь приложения используешь на телефоне? Например? Ну, например, Duolingo, Wordbit, всякие такие вот. А, Wordbit. Memrise. В принципе, я Word могу использовать. Нет, не Word, а Wordbit. Чё? Нет, он только Google переводчик, если надо, пользуется, и все. Понятно. А он у меня встроен. А, телефон сломан, да? Нет. Понятно. Нет, я наоборот сказала, не сломан, а встроенный. Встроенный. А, встроенный? Перевод. Хорошо. Ну, то скачанный уже, скачанный. Угу. Да, Google переводчик хорошо, но... Он такой бред иногда переводит. Я еще промптом пользуюсь. Но он тоже не лучше переводит. Есть хороший сайт, Conversa называется. Угу. Как? Conversa. Ну, мама мне напишет, я тоже напишу. Записал. Уже на 48-м, да? На 41-м. Ну, молодец. Я тогда чуть-чуть перелистну. Извините, я 50-е взял. 50-е. 50-е, да? Угу. Делаешь 50-е, да? Нет, я его сделала. Ну, я его не знаю ответы, так что можно спросить.
Хорошо, можно пропустить. Там вернемся к нему попозже. Если совсем не знаешь, то его вообще можно не делать. А если сомневаешься, то можно вернуться попозже. Вообще не знаю. Не перевода слова. Хорошо. Тогда я могу весь текст, но вот слова там south, prove, borrow, be care. Хорошо. Ну, можешь выбрать наугад. И тогда так срабатывает. Но... процентов 50 на 50, как говорится. Иногда срабатывает, иногда нет. Но тут 25%, если 4 слова. Это как, знаете, это... хочу стать миллионером. Да. Можно написать на двойку, а можно написать... ну, на пятерку так сложно написать. Потому что слишком... большая степень, слишком много вопросов, чтобы вот в угадайку получилось поиграть. Ну вот из 1 миллиона, может, один так и сможет сделать. Ну, не то, вот. Что прям все верно. Да, чтобы все верно было. Ну, вот просто надо задачку по теории вероятности решить. Вот можешь, раз занимаешься математикой, спросить учителя какой-нибудь, как решить вот эту задачку по теории вероятности. Это уже такой уже взрослый уровень, но попробовать можно. В принципе, и детям тоже это можно объяснить. Так что, если хочешь узнать теорию вероятности, можешь спросить у своего преподавателя, как сделать. Ты с репетитором занимаешься на Олимпиаду или сам готовишься? Только стал заниматься, буквально 3 занятия мы позанимали. Понятно. Ну, самостоятельно теорию вероятности не освоить, конечно. Если только по каким-то видео, тогда не заморачивайся. Живи в свое удовольствие. Теория вероятности — это такая штука. Интересная, но непростая. Так, ты на каком задании? На 53. Угу, молодец. Вот у нас 1,5 листочка осталось. Даже уже последний, считай. Да. Я 54. Молодец. Можете? Конечно. Все, пошли. Да. Всего 60. Да, всего 60 заданий. Да, это примерно на час и рассчитано. Ой. Так, это я уберу, чтобы тебе не мешало. Пока. Да, и к твоему вернемся там 40 какой-то, 42-й, да? Ну, я потом скажу. Мама. Сейчас.
Андрей, скажите, пожалуйста, вы в WhatsApp можете номер отправить, чтобы я сфотографировал и вам через WhatsApp что-то отправил? Можно. Можете записать 8-982-8-4-3-8-8-2-6-2. Это WhatsApp, да? Да, это WhatsApp. Ага, хорошо. Андрей, мы тогда с вами попросим связываться, ладно, я пришлю работу, мне надо взять. Угу. Ну вот, я могу вам выслать тест, а вы там доделаете дома. Нет, он-то остается, я просто убегу. А, все хорошо. Угу, хорошо. Мама. Мама, можно? Нет. Хорошо. Сейчас можно? Попей водички, да. Ты понеси с собой водичку, чтобы не бегать. Молодец.
Все. Молодец. Какое у тебя задание? 42-е? Нет, 50-е. Ну, 50-е ты там вообще не знаешь ответа, я так понял. Да, да, да. И какой еще? 42-е. Так. Вот он. Это всё. Конструкция. Все, да? Да, все. Хорошо. Тогда присылай ответы через маму. И сейчас расскажи о себе кратенько на английском. И мы закончим. I love. Хорошо. Ну вот этого достаточно. То, что знаешь, и то и говори. Хорошо. Можешь о своей внешности рассказать. Можешь о том, что любишь делать. Хорошо. Тогда мы заканчиваем. Спасибо за урок. Ладно, счастливо. Чтоб у тебя успехов на всех олимпиадах. И в учебе, конечно. И мам, радуй чаще. Ну, я думаю, ты уже радуешь, но все равно есть куда стремиться. Так что у тебя хороший будет день, и ты все сделаешь, чтобы завтра в школу пойти бодрым, веселым и получать новые знания. Каникулы. А, каникулы, ну тем более у тебя столько интересных вещей. Да. Хорошо, тогда до скорых встреч. Спасибо. Прощаемся. Спасибо.